Задержали дыхание. Здравствуйте. Сегодня в 4 часа на лесной поляне. Интересуется экологией. Будет мастер-класс, как создать свой экопроект. Ждем людей, которые уже проводили какие-то мероприятия, кто только хочет создать свой экопроект, либо присоединиться к уже существующему. Пальцы покажем. Как создать свой экопроект в 4 часа на лесной поляне. Ведущая Тамара Тетихина. Спасибо. Держим. И на выдохе опускаемся вниз. И тело расслабляем, болтается тело, спинка тянется. Еще раз вдох. Держим. Натянутая струна. Держим. И выдох. Дорогие друзья, сегодня с 4 до 6 будет хороводный игровой праздник от Вероники Гавриленок. Здесь вот на полянке, так, поэтому на главной сцене. Приходите, пожалуйста, будет весело и интересно. С 4 до 6. Так. Всем доброе утро. У нас практики на основе славянской философии сегодня будут на лесной поляне. Будем заниматься расширением восприятия, гармонизацией тела. Затронем немножко работу тазобедренного сустава. Приходите. Жду вас. Спасибо. Всем доброе утро. Кто хотел посетить курс «Жизнь без страха», сегодня в 2 часа около озера будут игры на доверие, стояние на гвоздях, хождение по битым стеклам и еще много интересного. Кто интересовался, приходите. И также все остальные, кому интересно. Можно продолжить, да? Мы вам мешаем? Нет. Так, поехали, следующее упражнение. Смех по нарастающей. Начинаем. Здравствуйте, сегодня на Березовой поляне. И потихоньку я показываю руками. Всем известно, что такое прана. И Итак, это такое усредненное название, на самом деле, того, что вокруг нас. Это воздухов. Да? На Березовой поляне есть желание поделиться с вами опытом. У нас в гостях великий пранаед в 11 на Березовой поляне. В 11:30. Научат вас есть прану. Добрый день. Клуб «Живо» продолжает свою работу. Правила, латки, правки. Приходите, будем тянуться, оздоравливаться. Всем приятного дня. И смеемся. Вдох. На выдох и смеемся. Вдох. И теперь на выдохе начинаем хаотично бегать и смеяться, и хлопать себя. Пить утренний волшебный коктейль. Берем из одной руки, переливаем в другую. И
Добивайтесь того, чтобы ваш организм был открыт, тряслось все тело. Открываем горло, раскрывается при этом горло. Еще раз. Делаем следующее упражнение. Смех на молнии. Серьезные лица. Боремся с этим врагом. Покажите серьезные лица. Открываем рот и смеемся. Серьезные лица. Очень серьезные. Это враг. Очень тяжелый. Возможно, пляж. Серьезное лицо сделай. Глубокий вдох. Теперь легкие похлопывания себя любимого. Добро молодцы, красные девицы, всех приглашаем на изучение дивного тела. Тело волшебства. С помощью русской духовности. Прямо сейчас. Где эта радость? О, любимый! О! А вы не смейтесь. Так, глубокое дыхание. Вдох. На выдохе смеемся. Так, встали по парам, смотрим друг на друга. Аккуратнее, аккуратнее, постоянно головой. Так, у всех есть пара, у кого нет пары? Да. Тамара! Тамара! Итак, теперь задача смеять друг друга. Так, вначале стоим, никто не смеется, серьезные лица, встали, смотрим друг на друга. Очень серьезные лица. И начинаем друг друга засмеивать! Не смешно, очень не смешно. Где смех? Смеялся всем. Все, кончился смех. Так, теперь встали в плотный кружок. Обняли друг друга все за плечи. Встаем в кружок. Плотный кружок. И напоследок посмеемся. Ну, Ржом. Напоследок. Ржом. Крайний. Раз. Сейчас будем хаотично смеяться, кто как хочет, в свободном режиме. И желательно, чтобы это настроение сохранилось на весь день. Так что поехали. Просто смеемся.
Сейчас на главной сцене начинается семинар Юрия Андреевича Фролова.